Ребята, наш детский лагерь заминирован. И на меня возложена большая ответственность разминировать лагерь и обезвредить всех террористов. Ладно, я пошутил. На самом деле, это увлекательная игра «Лазертаг Квест». Тримай. Ого, это что, настоящий автомат? А как он стреляет? Это ЛА-85. Смотри, вот курок, ты смотришь в прицел, это коллиматорный прицел, красную точку наводишь на голову соперника на датчике. Держи и стреляешь. Датчик одевается на голову таким образом. Ты готов к игре? Команда, которая стартует с того фланга, те у нас будут спецназовцами. Команда, которая стартует с этого фланга, будет террористами. Сегодня я бегал по лесу с настоящим оружием, сражался против террористов. В чем суть игры? Ну, естественно, есть некий сундучок, в котором есть призовой фонд. И ваша задача была, используя успешную тактику, стратегию и лазерное оружие игровое, заработать как можно больше ключей от этого сундучка. Побеждает та команда, которая откроет этот сундучок первая. Ребята, чем вам понравилась эта игра? Люблю военные действия, а эта игра как раз к ним приближена. А тебе чем игра понравилась? А мне нравится держать в руках настоящее оружие. Я понимаю, что ребята любят играть в военные игры. Ну а что здесь делает девочка? Я могу дать фору любому пацану, пускай только высунет свою голову. А я просто хочу стать суперсолдатом и защищать Украину. А если я люблю стрелять, но у меня нет команды, как мне поиграть? Мы можем тебя присоединить к какой-нибудь другой команде, или же приходи к нам на Лазертаг Тир. Здесь ты сможешь ознакомиться с разными видами оружия, точно попадать, научиться точно попадать по мишеням, заработать вместе и просто интересно провести время. Благодаря работе журналиста можно узнать много нового и интересного. Сегодня мне посчастливилось принять участие в крутой и захватывающей игре. Если тебе скучно на кружке дизайна и у тебя море энергии, которую ты хочешь потратить, приходи на Лазертаг. А лагерь я все-таки разминировал.